Привет, друзья, с вами снова Аквамен, и такое могло произойти, ну, только со мной, друзья. Сегодня самый вечный террариум у нас в видосике. Дело в том, что к нам пришли гости, и я в своем репертуаре начал выстреливать шутками налево, направо, прямо, целился в гостей. И одна такая шутка, тяжелая, но очень острая, миновав гостей, попала, пробила один из вечных террариумов, друзья. Вот такие дела. Бывает так. Я ничего отрезать не буду, я просто сверху после видео сейчас приклею стекло и по торцам еще промажу герметиком, чтобы у нас никакого воздухообмена не было с внешней средой. И как раз месяц уже прошел. Давайте же посмотрим, что у нас наросло. Я напомню, мы в один террариум засыпали просто землю, ничего дополнительно туда не всыпали. Землю положили, какие-то веточки, коряшки, и, в общем-то, из него ждали, что вырастет. Во второй террариум мы насыпали дополнительно семян перца, семян дерева липы и семян двух видов цветов. Вот, давайте посмотрим первый террариум у нас, который сам по себе был, рос. Здесь мы видим дикие заросли, зелени куча, мокрица, крапива. Лебеда там я видел, лебедушечка. В общем-то, мокрица цвела уже неоднократно. Я думаю, что, возможно, скоро она будет сходить по новой. Вот так. Дополнительных источников освещения я не использую. То есть, все это дело стояло на окне. И видим, что все зелено, все увлажнено, все прекрасно функционирует, работает. И второй террариум наш вечный. Здесь, я так подозреваю, что перцы 100% зашли, вот это вот они, перцовые джунгли. Пару видов цветов, я думаю, так тоже взошли. И здесь же тоже взошла крапива, мокрица. Перцы, видим, корнями вообще до дна доросли, да? Вот, крапива в этом террариуме цветет. То есть там сверху цветочек будет видно сейчас. Или не будет видно, но придется поверить, что он там есть. Вот, так что... Работает все дело, функционирует, само по себе живет, друзья. Будем, естественно, смотреть, что из этого дальше растет. С вами был Аквамен, пока-пока, друзья. И не шутите слишком остро и тяжело. До новых встреч.